Чтобы вас выровнять прямо, нужно просто руками сталкивать. Ну, маленько так вверх. Господи, слава тебе. Очень всех на тебя, Господи, уповаю. Дальше ты еще благодарение. Дальше ты еще дадут, это исполняет всякое животное благодарение. Слава Отцу и Сыну. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И освети дары, Твои слова, Сыну, молитву, аминь. Опять какие-то жалобы. Сегодня воскресенье. Пришли после литургии из храма. Ну прекрасно все. Захожу только на территорию, опять какая-то жалоба. Поближе подойди. Вчера после отбоя, так говорят, я уж это не слышал. Ваня большой бил Ваню малого. Келье. Было это не было. Кого называют? Я не бил, как это. Я ничего не слышал. Поясните, чтобы я узнал. Мы? Перешли пострадал. Я думаю, что ты его знал, а не ты его, да? Вот тебя так. Когда уже отошли спать, тогда было что-то? Как это было? Вы так вот взяли с собой разговаривать. Ваня придумал такую игру, но просто никто не разговаривал, просто Ваня начинал вот так ударить слегка и дает другому. И так когда, когда легли спать? Да. Но когда легли спать, устраивать игру, такого еще не было. Во сколько ложатся? Вчера 9:30 легли. Полдесятого встают. Но не надо надеяться, что сегодня поздно вставать. Видишь, это 2 часа они тут дурели. Значит, воскресенье отменить. Поднимать вовремя, как всегда. Это первая останция. Дальше. Дальше Паша. Это, Паша полез на меня, сильно полез на меня. Я точно так же передал Ване. Ваня что передал? Ну, Паша меня стал сильно стукать. Я передал по игре. Что передал? Ваня. Ударил его или толкнул? Ударил. Передал, ударил. Ну и еще ты жалуешься. А потом Ваня на меня силой накинул. Ну еще. Не убил, не переломил. Раз придумали игру, и то началась. По игре. Ваня, кто эту игру придумал? Я придумал. Талантливый парень. Стой, становитесь. Наказания вам никакого не будет. Они просто играли. Третий совет играть. В воскресенье поднимайся вовремя, как сидя в 5. И все, вопрос снятый. Игру надо придумать такую, чтобы в устав войти. А ты игру придумал, которая разрушает устав. Лили спать молча. Правильно, у нас там в уставе не написано друг друга не толкать. Ну, понятно, к чему приведет. Дальше. Последствий другие не были. Кого-то этого нурвали. Его трогать нельзя, он стонет и стонет. При борьбе самое искаженное лицо. Мы вчера читали, как стресс изгоняется стрессом. Как, вы читали ирландское? Становится сколько? 6 мужиков. И каждый хлещет друг друга до тех пор, пока тот не упадет. Специально, чтобы быть выдержанными. Ой, это не для нас, не для христиан. Но подвижники, они именно это и делали в житиях святых. У нас это неприменимо. У нас полная тишина, легли, все кончилось. У нас и бывание там не было. Паша, почему толкнул-то ты его? Ну я ему передал. Видишь, как хитро. Это воры. Воры никогда не говорят взял. Это украл, а взял. Взял. А зачем сидишь? Да на машине проехал. Это означает машину угнал. Подмена слов, Ваня, подмена слов. Он тебя толкнул. Но я лежу как мертвый. Он, а ему надо, ему сатана залез в руку и толкни. Ваня-то большой, он слушает, дьявол еще скажет. Вот Пашу. А Паша тоже христианин и верит, что у него бессмертная душа. И Паша в ответ никого не толкнул. Ну, он бы еще раз был, ну и все. Издохла собака, никого и нету. Вы показали, что вы никакие. Ваня большой, он только вас испытал. Ему это не надо было. Сейчас спросить, ты хотел, чтобы было нарушение? Нет. Но он это сделал. Поверните это в нужную сторону. Ваня это сделал по допущению Бога. Проверить вас. Я не оправдываю никак. Он виноват. Но можно истолковать по-другому. И вы бы увидели, что вы виноваты. У нас в армии было как? Ну, солдат. Солдат в мокроте ползет, там все. Шинелки вывешивается сушилка. А вот здесь вот на воротничке эмблема войск, в которых ты служил. У тебя какие эмблемы были, Костя?
Где войска? Вот так. Ну кто тут служил? Виктор, у тебя какие? Химические войска. Вот. Я служил в ракетных войсках, но они отдельно не выделены были. Артиллерия, пушечки были. Но они бывают отламываются, там, ну, маленькие, прикрепляются и все. Кто теперь заходит, а если у тебя нету в строю, ты наказан будешь. Но они продаются в киоске армейском. А проще всего в другой шинелке, а тот зашел, у него нету. Вешал, были, а теперь нету. Ему попадет, теперь он скорее снимает у другого. Это целая цепь идет. Я только один раз увидел, я понял, у меня не сняты, но у меня снимут все равно. Я сразу пошел и купил их штук 20. И вот пришло время, меня одну сняли, я тут же приклеил, цепь не передалась. Кому надо было, он взял одну, он запас он не берет. И что интересно, прекратилось воровство, у меня раза три, не больше, я повесил, теряется-то мало. Но так как каждому надо, он берет у другого, у того нет, у другого, это и пошло как доминушки. У вас вот так же могло быть. Вы поступили не по-христиански. Я вами не могу обвинять, потому что, может быть, это испытание было. Мне Бог это не дал понять это. Я не вижу в этом преступления. Как можно было бы увидеть, что-то злодей, который долбит маленьких ребятишек. Он нет, он не свалил тебя, не сейчас начал долбить. Один раз там, я ни слова не говорю, еще ударил. Ну, больно перетерпи. Ну пускай он удовлетворит, допустим, он садист какой-то, чикатило. Ну не такой же, Ваня. Ну, по лицу видно, что он добрый. Как, понятно, что я говорю? Да. Вы согласны со мной? Да. Кто не согласен? Поделись со мной. Вот видите. Ну, пускай добрый ветер повеет, ну ладно, не плакать. Я очень доволен, как вы пришли. У нас кто-то новенький, ну-ка выйди сюда, кто новый. Скажи-ка, как тебя звать? Как? Оля. Оля, это означает Аполлинария, наверное, да? Аполлинария, какое редкое имя, божественное. А у тебя кто-то родные тут есть в лагере? Ну-ка выйдите, кто родственники ее? Родственники, выйдите сюда. О! Такие у тебя родственники хорошие. Так, если бы ее нам в лагерь-то отдали, мы бы взяли под присмотром. Не отдадите. Ой, усыпили. Ну ладно, следите здесь трюшку, чтобы она радостная была. Все? Плохо, кто там? Так, кто братьев? Никита? Внимание! Когда я говорю внимание, чтобы об круге ни слова не говорили. Так, все сели. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь! Ну-ка давайте лозунг прокричим. Россия должна встать! Россия – это мы! Прекрасно. Так, кому я помогаю, подходите сюда, малыши мои. Давайте. Да-да-да. Потом малыши. Так, Вика первая успела. Святая вода. Святая вода, берите. Не ложки, дай подождите. Куда она тут стоит? А, Вика лежит. Так, Тимоша. Ложка-то, где тебя? Все беру святую воду. Тимоша и Тарасик у меня. Тарасик. Где Тарас? Давай. На своем месте. Давай, нам. Передай другому. Круженьки. Морковь с этими, с огурцами. О, как я их поддерживаю. Вопрос, Игнатий. Так, чтобы они росли быстро. Стоим. Сейчас. А где еще Тимоша? Тимоша на ложку где? Ну передайте быстрее. Скорее, Тимоша, ложку давай. Сейчас подождем, темнет. Вот так. Вот так. Давай. Благословите, Игнатий. Бог благословит, уже помолились. Держи. Тимоша, передай. Там ласточки над нами. Куда пустить? Куда нам на эту землю?
Давай, так, Тарасик, передай, говорю, Андрюше, ты что-то там долго. Андрей уже все? Кирилл все? Девочки. Дядь Володя еще надо налить. Кто пер? Любовь Николаевна. Кто сам съел? Первая половина, значит и вторая половина будет, и третья половина. Только аккуратно, вот двумя руками сейчас. Кариту надо сразу чашки. Они нам на кусок храняют. Тогда давай сюда мы будем.